Ну, начнем с того, что конкурс уже стал традиционным, он имеет давнюю историю, но 3 года назад по инициативе губернатора Олега Александровича Кушинникова он приобрел новое звучание, новый статус. Мы уже в 3-й раз определяем лучшего народного доктора, лучшего народного фельдшера и народную медсестру и медбрата. Эти анкеты будут изучаться, все предложения, конечно же, без внимания не оставятся, и мы будем их учитывать, в том числе при принятии управленческих решений, при формировании бюджета на 2016 год, при формировании программы партии «Единая Россия» на предстоящие выборы, для того, чтобы на основании вот этих идей, этих предложений, этих инициатив мы меняли при необходимости законодательство и решали те проблемы, о которых говорят наши пациенты. Ну и говоря о конкурсе, что приятно, этот конкурс не имеет каких-то критериев отбора, он не имеет иных требований к участникам со стороны врачей, со стороны тех, кто голосует пациентов. Пациенты выбирают сердце. Я очень благодарна судьбе, что я здесь рядом живу, там столько лет хожу, вот, все-таки мне уже 85 лет, а я все еще ногами хожу, хоть плохо, но хожу, правда, потому что лечусь в этой поликлинике, мне здесь все нравится. Для меня важно не только то, что этим проектом, этим конкурсом «Народный доктор» мы выявляем самых лучших специалистов. Для меня важно, что он приобретает такую обратную связь с населением. И от населения мы будем получать информацию по тем проблемам, которые, на их взгляд, требуют первоочередного решения с точки зрения улучшения и доступности, и качества медицинской помощи. Этот конкурс – это стимул дальнейшего совершенствования своей работы. Если посмотреть динамики за 3 года, то еще есть, конечно, обращения со стороны пациентов, над которыми нам нужно работать, есть над чем работать. Но, тем не менее, количество благодарности коллективу за эти 3 года увеличилось ровно в 3 раза. Это ли не результат? Конечно, это хороший результат. Поэтому спасибо.